25 апреля 16 год, Харьков. Фраза: это цирк какой-то, актуально как никогда. Пропал жираф. Не пытаюсь даже потеряться в пошлых инсинуациях, каким образом это произошло. Ступенчато зачитаю текст. Потерялся жираф-самец, пропал в районе торгового центра Барабашова. Там можно потеряться, крупнейший рынок Европы. Возле авторынка. Сам там терялся пару раз. Мог забрести куда угодно, возраст 3 года. Надо будет при встрече спросить. Приметы: шея длинная, на удивление. Рыжий с темными пятнами. Отзывается на кличку Жонглёр. Жираф дружелюбный, можно не бояться. Я думаю, и не успеет никто. Пожалуйста, помогите найти. За вознаграждение обращаться в цирк Кобзов Барабашова. 093-144-77. Ну, я думаю, что это... Дай бог, что это была рекламная акция. А даже если нет, надо смотреть на положительную сторону вещей. Я представляю, сколько людей сегодня в Харькове прекратят пить, увидев жирафа посреди города. Прекратят порочную практику употребления галлюциногенов или обратятся в веру. На худой конец. Тут масштабно. Да, быстрее бы его нашли, если это правда. Потому как не думаю, что у всех жителей Харькова, обитающих на втором-третьем этаже высоток, достаточно крепкая нервная система, дабы выдержать картину жирафа, заглядывающего в окна. И не дай бог еще, судя по кличке, его жонглирующего при этом. Да, всяко в жизни бывает.